В Заинске прошла очередная операция «Тоннель». К административной ответственности были привлечены 10 водителей. Из них за управление транспортным средством с нечитаемыми номерными знаками один случай. Без водительского удостоверения также составлен один административный протокол. Нарушение требований ОСАГО – 6 случаев. За нарушение применения ремня безопасности привлечен один водитель. И также один водитель перевозил ребенка с нарушением правил перевозки детей. Елена Маврина, Максим Майоров. Новости Заинска.